деревня Бачовина. Эта деревня очень богата на дома со старыми резными наличниками. В деревне Бачовина находится дореволюционный кирпичный склад. На кирпичах нету клеем, я не знаю, что это обозначает. Здание я нашел этим летом, когда катался на велосипеде совершенно случайно. Никакой информации про него в интернете не было. Да и сейчас есть только одна фотография на Викискладе, которую я и загрузил. Дальше должна быть полевая дорога на север. Попробуем по ней пройти, потому что на карте ее еще нету. В этом районе, в Усмерской волости, нужно быть внимательным, потому что почти все такие полевые дороги между деревнями сейчас заросли и могут стать непроходимыми, потому что все купили машины, ездят по асфальтовому шоссе. Эта дорога вроде бы пригодна, я ее видел на космоснимке вчера вечером. А вот между остальными селами я пытался летом проехать на велосипеде, и несколько раз пришлось разворачиваться. Они были слишком грязные. Деревня Медведево. В этих деревнях есть старые улицы и новые. Вероятно, интересные дома есть только на старых. Старые улицы находятся левее. Сюда. Колодец с краном. Пока на главной улице этой деревни все дома переделанные. Пройдем еще.
в этой деревне все люди очень хозяйственные, и дома уже переделали. Такой сплющенный дом. Село Барановское. Деревня Усадище. В той деревне интересных домов не нашлось.